День кардиолога отмечают во всем мире, но самим врачам, как правило, на работе не до праздников. Здесь они принимают экстренных больных, людей, чья жизнь висит на волоске и зачастую зависит от скорости и знаний доктора. Я такая правильная больная, лечусь правильно. Это, вы знаете, для меня был шок. Я увидела конец света. Вызвали скорую, привезли сюда. Сразу КТ, значит, УЗИ, ЭКГ, значит, мониторинг, кровь берут, все берут. А доктор наша, Дарья Дмитриевна, это вообще чудо какое-то. Она не просто вот бежит, она остановится. Я вот каждый день ей вопросник составляю. Вот так и так, потому что все забываешь, как-то волнуешься. Вот, вопросник, она становится, все расскажет, как чего. Нина Петровна сравнивает работу врачей в разных больницах и своим лекарям. Здесь ставят пятерки по всем фронтам. Врачом-кардиологом Дарья Срубилина работает всего год, но количество пациентов, прошедших через ее руки и сердце, уже не сосчитает. Говорит, цифра точно перевалит за 1000. Экстренная кардиология, взаимодействие постоянно с пациентами, которые находятся на грани жизни и смерти, и где ты действительно можешь оказать помощь прямо здесь и сейчас и спасти жизнь, ну, привлекла больше. Соответственно, поэтому и устроилась сюда. Как успевать работать планово и спасать людей, поступающих в отделение в одночасье, знает только врач. А точнее, команда. Здесь эта команда в основном молодые специалисты. И, конечно, их главный наставник – зав. Отделением. Некоторые доктора у меня прошли ковидный госпиталь. Один доктор пришел из поликлиники. И остальных воспитала я. Отделение наше для больных с острым коронарным синдромом рассчитано на 30 коек. Да, в сутки, ну, кроме острого коронарного синдрома, мы принимаем и другую острую сердечно-сосудистую патологию. Да, это гипертоническая болезнь, осложненная кризом, осложненная отеком легких, да, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, острый коронарный синдром с подъемом, без подъема, то есть инфарктные пациенты. Это пациенты с нарушением ритма. С 2021 года на базе первичного сосудистого проходят обучение студенты медфака и ординаторы-кардиологи. Отделение взаимодействует с крупнейшими федеральными центрами по вопросам оказания высокотехнологичной помощи. Пациенты отсюда направляются на шунтирование, имплантацию кардиостимулятора, коррекцию пороков сердца и другие виды лечения. Специалисты-кардиологи ежедневно оттачивают мастерство работы с чужими сердцами, исполняя долг, исследуя своей выгодой. Высшей цели. Ксения Грищенко, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск.